Привет всем зрителям и подписчикам канала Волков Информ. Отличные новости. На предстарт вышел новый перспективный матричный проект. Как я считаю, проект с большим будущим. Называется он 9X. Официальный старт проекта состоится 23 февраля. Сейчас у нас идет предстарт. Сайт уже работает. Регистрация и реферальные ссылки уже доступны с сегодняшнего дня, с 15 февраля. И как видите, у нас еще 8 дней предстарта. Важно! Расстановка в структуре будет происходить по времени регистрации, поэтому первым делом зарегистрируйтесь по ссылке, которая находится внизу в описании под данным видео, и займите хорошее место в начале, на самом предстарте. Вносить деньги, активировать тарифы можно будет уже потом. Главное успеть это сделать до 23 числа, до старта уже можете принять решение, вносить вам деньги, покупать вам матрицы или нет. Пока на всякий случай поставьте видео на паузу, перейдите по ссылке ниже в описании под данным видео, зарегистрируйтесь, просто зарегистрируйтесь и займите хорошее место. Почему 9X, почему так называется проект? Все просто. Дело в том, что мы здесь по маркетингу потенциально можем увеличить сумму нашего входа на любую площадку в 9 раз с каждого нашего активного места, а также с каждого клона, которых тут в перспективе может быть довольно много. Как это работает, давайте уже подробно рассмотрим маркетинг. Итак, маркетинг-план проекта 9X. Я буду пользоваться детальным планом работы, который есть на самом сайте, и вот такой картинкой. Всего по маркетингу у нас будет 4 площадки, они же тарифы. Первая площадка со входом $1.50 – это минимальный вход в проект. Вторая площадка со входом $5. Третья площадка – $16. И четвертая площадка – $44. Каждая из этих площадок состоит из двух коротких семиместных матриц, где в первой линии у нас может быть только 2 человека, во второй линии 4 человека. Когда вы заходите, допустим, на первую площадку, на первую семиместку за $1.50, из этих денег 50 центов единоразово сразу вычитается как комиссия проекту. И за $1 вы попадаете в матрицу. Вы находитесь наверху, под вами в первой линии 2 человека, во второй линии 4 человека. И как будет заполняться ваша матрица? Тут много способов. Во-первых, это вашими лично приглашенными партнерами. Теми людьми, которых вы пригласили по своей реферальной ссылке. Это ваш актив. Это гарантия ваших больших заработков. Если хотите зарабатывать в матрицах крупные суммы, я думаю, что вы знаете, что главное здесь это приглашать людей по своей реферальной ссылке, распространять информацию. Второй способ, как будет заполняться ваша структура, это по маркетингу у нас вот есть переливы сверху от ваших вышестоящих активных спонсоров. В-третьих, ваши лично приглашенные или те люди, которые упали вам переливом, возможно, занимают активную позицию, тоже начинают приглашать, тем самым выстраивая вам структуру. Также ваша структура может заполняться клонами. Во-первых, это могут быть ваши личные клоны, которые будут переходить сюда в первую матрицу из следующей матрицы. Во-вторых, клоны ваших партнеров, а также клоны ваших вышестоящих. Итак, ваша матрица начала заполняться, заполнилась первая линия и упал первый человек в нижнюю четверку. С этого первого человека вы сразу получаете $1 на вывод, то есть отбиваете сумму входа. Как видите, отбить здесь вложенные деньги можно достаточно быстро. И уже со следующих 3 ячеек по $1 накапливается, и за $3 вы переходите в следующий стол, в следующую матрицу за $3. Эта матрица представляет из себя тоже семиместку. Люди, которые будут закрывать первую матрицу, будут переходить вслед за вами во вторую и закрывать вам эту вторую матрицу. И с каждого человека нижней четверки вы будете зарабатывать по $3. С каждого из них. Из этих $3 $2 вы получите на вывод. И за $1 вы получаете клона в первую матрицу. Вашего клона, который является полноценным аккаунтом, который также будет, как и основной аккаунт, двигаться по столам, зарабатывать деньги. Итого получается, что при закрытии второй матрицы в первой площадке у вас будет $8 на вывод и 4 клона в первую матрицу. Но есть один важный момент. Если вы закрыли эту площадку в первый раз, и у вас еще нет активного места во второй площадке, с первого вот этого круга на вывод у вас будет $3, и на переход
на вторую площадку будет накапливаться $5. За эти $5 вы переходите во вторую площадку, у вас активируется место, и $3 вы вводите себе на кошелек. Это происходит только один раз. Переход единовременный. То есть все ваши последующие клоны, последующие закрытия первой площадки уже не потребуют накоплений. Больше перехода не будет. И все деньги, которые вы заработаете с нижней четверки второй матрицы, уже будут идти на вывод. То есть по $8 с каждого закрытия, с каждого вашего активного места, с каждого вашего клона. Ну то есть и получается, что $8 со второй площадки, $1 с первой, итого $9, то есть в 9 раз больше, чем сумма входа, которая составляет $1. Я надеюсь, что вы этот момент уловили. То есть если у вас на следующей площадке еще активного места нет, тогда с первого круга накапливаются деньги на переход на следующую площадку, а со всех последующих кругов, со всех ваших клонов и активных мест уже никаких накоплений не будет. Все будет идти на вывод. И площадка уже превращается в замкнутую систему уже без последующих переходов. Все будет крутиться внутри одной площадки. И теперь еще один интересный момент, как вообще будет проходить старт. Старт будет проходить поэтапно. То есть проект стартует у нас 23 числа. 23 числа будет открыта только первая площадка за $1.5. Мы увидим матрицы, мы увидим начисления, пойдут выплаты, люди начнут переходить постепенно во вторую площадку, но вторую площадку мы еще не увидим. Вторая площадка стартует у нас только через неделю. То есть в первую неделю будут люди крутиться на первой площадке, закрывать свои матрицы, переходить во вторую и резервировать там места. То есть как бы занимать места во второй площадке. И важный момент заключается в том, что уже сейчас на предстарте можно купить сразу все площадки. То есть занять место и в первой, и во второй, и в третьей, и в четвертой. И это отличная стратегия. Я так и буду заходить на все 4 площадки. Почему это хорошо? Во-первых, мы занимаем сразу хорошие места во всех площадках уже на этапе предстарта. Дальше с 23 числа в течение недели крутится первая площадка. Люди зарабатывают, люди выходят дальше во вторую, занимают там места и уже будут там становиться под нас. У нас там место уже будет куплено. И все это огромное количество людей будет заполнять нам структуру. И когда через неделю откроется вторая площадка, мы можем открыть нашу структуру и удивиться тому факту, что у нас уже структура во всех двух матрицах заполнена людьми. Такое тоже может быть. Все люди с первой площадки уже будут занимать место под нами. Это первый плюс — купить площадки заранее. И второй, смотрите, поскольку у нас уже будут места во всех площадках, или там в двух, или в трех площадках, неважно, можно приобретать их постепенно, там в первую неделю хотя бы две купить. Ну так вот, когда мы начнем работу 23 числа в первой площадке, у нас не будет идти никаких накоплений на переход во вторую, поскольку, как я говорил выше, если место у нас в следующей площадке есть, то накоплений никаких не будет, и все деньги, которые мы будем зарабатывать, будут сразу идти чистыми на вывод. Это касается всех площадок. Здесь вот по $2, тут уже по 8, тут по 28 сразу без накоплений будет идти на кошелек. Так что это второй момент, почему выгодно заранее занимать места в площадках. Здесь на сайте у нас все расписано. В принципе, вот смотрите, первая площадка у нас стартует 23 февраля, вторая площадка 2 марта, третья площадка у нас стартует 9 марта, ну и последняя площадка 4, 16 марта. Маркетинг, кстати, у всех площадок одинаковый, разница только в суммах входа и выхода. И еще не сказал один классный момент насчет клонов. Вот смотрите, когда во второй матрице на любой площадке мы получаем по одному клону первый стол, первые три клона мы сможем проставлять в свою структуру при помощи брони, то есть ручная расстановка. Это касается первых трех клонов. А четвертый клон, он пойдет в структуру спонсора. Там мы его уже вручную не ставим. Он идет в структуру спонсора автоматически и становится на первое свободное место сверху вниз, слева направо. То есть слабое звено спонсора. Кому-то нравятся ручные клоны, кто-то любит работать с автоматическими клонами. В 9X есть и те, и другие. А благодаря автоклону в структуру спонсора матрицы будут заполняться равномерно. Не будет больших перекосов. Все слабые места будут заполняться автоклонами. И к тому же ваш
4-й клон, который идет в структуру спонсора, у него сразу повышаются шансы на перелив от спонсора, что тоже неплохо. Вот такая интересная особенность здесь с клонами присутствует. Ну а в остальных площадках маркетинг полностью идентичный, разница только по суммам. Вот, допустим, вторая площадка у нас вход $5, $1 идет проекту 4 в матрицу. На каждой площадке с первого человека нижней четверки первой матрицы у нас идет на вывод, что отбивает сумму входа. И во второй матрице с каждого человека нижней четверки часть денег у вас идет на вывод и один клон в первую матрицу. То же самое на третьей площадке. Вход $14, выход 126, это с одного места без учета клонов. Ну и четвертая матрица тоже вход $40, $4 идет проекту и на выходе при закрытии $360 с одного круга. Вот такой маркетинг, много рассусоливать я не стал, все коротко и по существу. Преимуществ много, это и доступный вход, всего $1.50, очень легко будет приглашать людей в проект. Это быстрая окупаемость, с первого же человека нижней четверки вы отбиваете сумму входа. Это и короткие площадки, всего по 2 стола, здесь не нужно проходить там по 5, по 6, 7 местах. Всего 2 7-местки, увеличиваете сумму входа в 9 раз. Это большое количество клонов, как управляемых, так и автоматических. Неуправляемых. Это и переливы по маркетингу, и переходы между столами. Платежная система на старте будет Perfect Money. Будут внутренние переводы, что значительно облегчает работу. И даже у нас тут есть наш любимый регистрационный сертификат в лондонском реестре. Что говорит о том, что админы подготовились основательно. Постарались. Итак, если проект вас заинтересовал, я думаю, что это так, переходите по ссылочке ниже в описании под данным видео и пройдите короткую простую регистрацию. Заполните вот эту форму, введите ваш логин, ваш e-mail действующий желательно, потому что когда я регистрировался, нужна была активация по почте, ну, я так понял, что сейчас пока ее отменили. Придумывайте пароль, создаете обязательно финансовый пароль, записывайте где-нибудь у себя в блокноте. Дальше вы увидите вашего спонсора, того человека, который вас пригласил в проект, по чьей ссылке вы перешли, проходите простую капчу и нажимаете «Зарегистрироваться». Я зайду в свой личный кабинет. Пока здесь у нас минимальный функционал, мы видим структуру, есть реферальная ссылка, но а пополнить свой баланс и активировать первую площадку можно будет только 17 февраля в 18:00 по московскому времени. Реферальная ссылка у вас находится в верхнем левом углу. В меню всего лишь две ссылки пока у нас, это мой кабинет и моя команда. Пока что на сегодня, на 15 февраля это весь функционал. Он будет постепенно добавляться перед стартом, и обо всех изменениях на сайте я буду информировать в своем телеграм-канале Волков Информ. Подписывайтесь на мой канал, ссылка на него также находится внизу в описании под этим видео. На этом все, если видео было вам полезным, вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. А с вами был Иван Волков, всем удачи и больших заработков, до свидания.